Да пока не надо. Это звезду в первую очередь бейте. Новый микрофон. Ну. Диспольте вот этот фир. Сразу старайтесь. Давай танку, короче, танчи этого громилу. Ладно, давай я громилу подержу. А остальную хуйню. Он когда чаржится, он это обнуляет свое агро. Надо будет его заново набирать. Вот через звезду играйте, чтобы меньше фиров вот этих было, вот этой всей хуйни. Кто упал, сразу заходите в инст. Сейчас забери там кто это танки ПГТ танку стаунтите этого гуся звездочку. Сейчас сходил 25 обычку с дальневосточниками. Да, это второй рейд собирали, 8 боссов пронесли. Ну это самое, послушал запись с этого нового микрофона, что-то, ну я говорю, а потом выдыхаю, как бы, и слышно вот этот звук. Там усиление, что-то 20 децибел стоит. Оно еще, видишь, по-разному. В DC слышится одно, потом записывается другое, ну, разные устройства по-разному обрабатывают. Через бандикам, когда записываешь, еще третье. По-разному звук идет. Да. Да, ОБС-то... Не, не пробовал. Что-то желания нету. ОБС-ом этим заниматься. Видишь, я же не стример. ОБС это стримерская тема. Там вообще много чего можно. Функционал хороший. Ну, у меня что-то особо желания нету. Я ведь не зарабатываю, ничего не делаю. То есть, ни донаты, ничего. Таким я не занимаюсь. Просто записываю и все. Особо желания нету. Такс. Так, сейчас я расставлю все это парашу. Блять, даже где-то не помню, где это. Какая-то ямочка там есть, ну ладно. Полетает танк, ничего страшного. Это здесь. Так, рейд где-то здесь. Да. Так, надо подумать теперь, кто что будет танчить, чтобы прям заебись было. ПГТ ты танчил Олва, чернокнижника? ПГТ. Это дядя Стэн, ты что ли? А, ну все. Короче, ты будешь Олма танчить в звезде. Вот, я буду танчить. Ну давай метки на них ебану. Значит, мага и слепоглаза. Это будет крестик и луна. Олм пускай без метки будет. Король и кеглер это будет танчить у нас. Что-то танков дохуя, да?
Короче, давай, чтобы не выпануться. Короче, танку будешь держать короля, а Керос будешь держать Кеглера в ромбике. Кеглера в ромбике, а короля метров 15 от него подальше можно. Керус этого Кеглера. Сейчас я на него метку ебану. Треугольник, короче. А короля танку. Ну, где-то там не в одном фрейме держите, потому что он там его ешь. Да, где-то. И главное, чтобы недалеко от треугольника. В треугольнике весь рейд будет стоять. Там хилы, чтобы до вас доставали. Вот, если вдруг надо будет иннер какой-то дать Керусу, то танку может перехватить с него там ненадолго. Ну и главное, этот Керус лицом на рейд не поворачивай. Кеглер, он там какую-то хуйню кидает. Когда активироваться будет, там, может, милики его сбегают, побьют. Милики, только побежите бить, если умеете отбегать от молнии. Он молнию кастует, чтобы вас не шотнуло. Вот, а так милики здесь целый бой тусуются возле звезды, где стоит лог. И собаку вызывают по одному. ПГТ в собаку ЛПшку, таунт, набираешь агро на ней и собаку убиваете. А когда активируется лог, олм, он вызывает сразу 3 или 4 собаки. А, значит, ответственность лог будет какой? Или Гриффит, или Кжарк. Кто-то из вас должен с пониманием этот косноязычие закидывать на лока. Косноязычие нужно на нем не фул бой держать, а когда он активируется, и где-то за 20 секунд или за 10 до конца его вот этой минутной хуйни, его бафа, он будет кастовать вот это жертвоприношение. Вот до того, как он начнет этот каст, нужно у него косноязычие держать. Короче, как он активируется, там секунд 10-20 побьете и кидайте косноязычие. Вот кто из вас будет? Шарк или Гриффит? Кто из вас сможет? Ты это кто? Жарк? Все хорошо. Главное, это чтобы этот каст он дольше кастовал, баф с него пропадет, собаки исчезнут, и дамага по рейду не будет. Если вдруг собаки не исчезнут, если мы это заметим, то дадим массейв. Вот, когда будет открываться крош, нужно будет, когда он начнет кастовать АОЕ на весь рейд, нужно будет сдавать массейв. Ну, из массейвов у нас, что, ПГТ у тебя 4Т4 есть там? Ну-ка. Так, 4Т4 есть. Если что, у тебя, у меня настаканная будет. И еще у нас есть танку и ухалипала. Что у нас? Ухалипала. Есть массейв. Если что, ухалипал на крайняк. Вот, хилы. Ну, основное, когда закрывается лог. Ой, когда закрывается крестик, крош. И когда закрывается кеглер, будет дамаг по рейду. Вот, остальные там, когда закрываются, ничего такого. Ну вот эти 4 моба убьем, потом короля будем бить. РДД. На что нужно обратить внимание? Маги. Сколько у нас сов? Гэндальф, сова. Три совы. Вот три совы, вот вся третья пати. Маги, совы. Сделайте так, чтобы у вас был виден весь рейд, все фреймы. Не знаю как, но вы будете диспелить. У нас, по-моему, Эрдру был, нет? А, квартира. Ну, короче, Эрдру тоже помогаем диспелить, но шаманы больше. Там смотрите, как вам удобно. Да, там надо будет проклятие диспелить, чтобы оно долго не висело. Проклятие, когда Олм активируется, он будет кидать там 3 или 4 раза. Вот, ну, по хилам. Кто у нас будет какой дамаг лутать? Короче, частицу точно на Войда кидай, потому что меня будет бить Слепоглаз и Крош. Там прилично дамага будет прилетать. За ПГТ, короче, смотри, шаман, как твой ник-то? Карелин. Карелин. Короче, ты смотри за ПГТ. Экон смотри за этими.
За Керусом, за танку, вот за ними, короче. ИВБ смотри за танку, Экон за Керусом. Вот. Ну и, в принципе, частицу холипал на Войда и смотришь за любыми танками. Ну и квартира там просто хотами по рейду и по ситуации уже играешь. По гимнам, по тотемам скажу, у нас 3 приста, 3 шипешника, 2 шипешника, 1 ДЦ. ДЦшник на свое усмотрение отдаешь уже в конце где-то гимн. А шаманы, тотемы обязательно согласовываем с пристами. Если у кого-то из шаманов голос есть, можете это самое. Ну, допустим, Карелин с Мироней будут тотем плюс гимн на ману. Сначала отдается гимн, чтобы получить баф на этот увеличенный интеллект. И тотем дается, чтобы максимум было восполнено маны, хилам. Вот, ну и все, еще раз по танкам. Значит, ПГТ в звездочке Олма одного держишь. Керус Кеглера одного. Танку Короля. Я двоих Слепоглаза и Кроша держу в кружке. С пула, когда мы поставим мобов, никто никого не бьет. Даже если активируется моб какой-то, хоть Олм, хоть кто, сначала смотрим на агро, которое набрал танк. Вот. Как только агро будет достаточно, сотка там или сколько по Оману посмотрим, и тогда уже начнем бить. То есть секунд 20 может. Все, давайте проверку и начнем. Да. Милики в приоритете бьют собак. Вот, когда Олм активируется, убьете две собаки. На всякий случай. Вот, а потом уже по Олму играть. И еще милики могут бить Кеглера без всяких проблем. Ведь только два этих моба они могут бить. Но на Кеглере нужно отбегать. Он будет давать молнии, вихрь молний, и нужно будет отбегать. Там 12 метров всего лишь рейндж. Вот, если кто-то с миликов бил уже, то побьют. Ну, это. Все готовы, написано. Давайте отчет. Какой там у вас? И будем начинать. Отчет дашь там, ДБМ? Ага. Это только для танков. Пока никто не бьет, сейчас только танки ставят. Когда бить, я скажу. Никто не дамажит. Поехали, танки. В ромбик отведи его туда подальше, чтобы он подальше от рейда был. Пока не надо. Отведи короля отсюда. Где-то встань, чтобы ты отлетал не на нас. Угу. Так, вот этот каст вроде я должен сбивать. Ну-ка, давай собью. Вот, мелики по собакам. Косноязычие, да, обновляй пару раз, надо будет обновить. Сейчас самое главное, диспел по рейду даем. Олма не надо таунтить. Диспельте все группы, кто вы там в этот. Сейчас подожди, посмотрим дальше. Пускай полежит. Диспельте быстрее. Вот там есть два ханта и рога. Вот этих собак на пульте на танка. Ладно, Т4 дал на рейд. Вот он сейчас кастует. Сейчас посмотрим. Баф с него спадет, и собаки исчезнут. Олм еще раз. Так, кто кого там? Ты кого поднял? Квартира поднимешь, чай крепкий.
Диспельте как-то? Посильнее как-то диспельте, блядь, дамага по рейду идет дохуя от этой хуйни. И косноязычие поддерживайте, да. Так, что там? Каст идет, все закончится нормально. Слепоглаз. Теперь слепоглаза. Только РДД. Милики там собак бейте и все. Собаки появились, убивайте. Вроде скинул он 20 секунд назад уже. Ну давай, в принципе, Карелин и этот. Ставь тотем Мирония гимноману, читай. Нормально сейчас. Открылся второй раз слепоглаз. Продолжайте его бить пока. Войда хорошенько на фул держите там хилы. Ну там все два тотема уже в КД. Нормально. Да там лям останется, наверное. Так, Кеглер. Да. Да, это баг. Он это цели меняет сам. Нормально. Смотрите там, милики, кому скучно, можете подойти к Кеглеру побить. Но вот он кастует вот эту молнию, от нее отпрыгивать надо на 12 метров от босса. Чтобы быстрее дело было. Сейчас скоро следующий будет. О, прохиливайте вот этот дамаг. Сейчас прохиливайте большой дамаг. Гриффит сдох. Давай Хакуна Матата ресай Гриффита. Ебать, убила. Заберите танки. ПГТ забери, стаунти босса. И танку или и Керус кто-то стаунтите. Сейчас я встану. Захиливайте. От кроша отойдите немножко. Сейчас, блядь, я не знаю, как его отвести, блядь. Главное, чтобы... Короче, возле кроша не стойте. А, слепоглаза вот сейчас добьете, нормально будет. Короче, перебазируйтесь куда-то, где раньше... Там инеры сейчас еще у кого откадешится, сразу смотрите, кидайте по шаманам. Не подходите к танку, к кружку, не подходите возле меня. Бейте олм сейчас активированный. И к жарк кинь на него эту, не забывай обновить косноязычие.
Дайте каску по ДК. Вот вы рестнули, дайте каску какой-нибудь пал. Любой. Еще ул. Да, давайте добивайте. Все, этого гуся нету. Самый бесящий моб у меня здесь, это вот тот кеглер, блядь, который откидывает. Самый петух, блядь. Там от него надо стоять сколько-то, 30 метров. Сейчас кто-то активируется. Нет, кеглера, вон, идите бейте, треугольник. Он сейчас, когда активный, не откидывает. Только вертушку вот эту молнии кастует. Идите бейте. Тут кружок, где стоит вот этот крош. Когда он активируется, от него отбегите там и вообще раньше наберите. И... Он Бакута... Мироня, кстати, сколько у тебя до гимна на ману? Там, в принципе, уже можно и резать об мобов. Об короля, об кеглера, хоть об кого. Хулипал там... Там сейчас проще хилить, хулипал почаще, отдавай вот эту святую клятву там. И тотем, по-моему, у кого-то есть из шаманов. А, нет. О, он ходит. Немножко отвину. Милики только по крошу не играют. Только РДД. Потому что там он, у него раскаленный доспех, он прочитаете там. По вам ответка идет, и еще урон снижен на 80%. Можете в сторону от кеглера отойти, чтобы он вас не откидывал по КД. РДД тоже можете сместиться немножко, метров 10, чтобы вас постоянно не откидывало. Сейчас, короче, на его каст я дам незыбку. Вот. Даю незыбку. Хорошенько захиливайте сейчас. Все, кеглер. Кеглера добивайте. Да, блядь, такой вот босс. Такой босс. Сейчас кеглера убьете, уже никто откидывать не будет. Уже будет похуй. Угу. Да, диспелить, ну теряешь ДПС. Ну доставить подальше именно от кеглера. А он не отбегает, он почему-то. Он энх, что ли? Так ты не подбегай туда, если ты не отбегаешь. Да, чильте. Сюда подведите короля поближе. Че вы там, уже похуй. Вот где-то вот сюда. Да не, пускай лежит. Пускай лежит. Ага, и все. Скоро активируется этот гусь, крош, и уже до конца будет там пару раз. Все, бьем. Кто там на это держит? ПГТ, иди, забери короля, держи короля на стак и 5 стаков. Незыбки. ПГТ, ты где там? Все, и настакай. 5 стаков, главное, настакай. Будешь массейв давать скоро. Ну, там незыбки хватит. В принципе, на всякий случай еще можно будет гиб на хп отдать. Мироня, если что, дашь, когда скажу, на хп. А, давал. Я устал, давал на хп гиб.
Все, давай, давай Незыбку и Миронинах, Усталанах, это вот. Просто сильно захиливаем. Все, он второй раз активировался. Сейчас уже добьем. Ну там у кого-то БР есть же. Три БР я только в КД вижу. Давай, давай БР. Все, король остался. Я не помню, что там будет. Ну, короче, милики, отбегите. Отбегите пока что. Я скажу, когда бить. А, вот собаки. Все, бегите, бейте. Собак таунтите под босса. Танки танку, керус там таунтите. Сюда, ага. И ауешим просто их, и все. Частицу на это ПГТ перевешивай, он танчит. И кого-нибудь хиль себя, там, миликов. Постою, почилю. Долгий босс, блядь. Так. Переполняющая мощь тьма. Я вот не знаю, что он делает для милика, вот этот баф. Сейчас он закончится. Это собак вызывает мощь тьма. Все, собаки. Просто уешьте в это. Не бегай с ними. Да, ДКшника не шотнет никак. Надеюсь. Вон там гимны откатились, тотем у кого-то откатился, у шамана у какого-то. Как раз шаман сухой. И гимн кто-то. Устала или ВБ. Мирония есть на ману? Чуть никто не кастует. Он устало сдал, все, заебись. Ну и все, и там уже иннерами добьете. Вон 20 секунд иннер. По шаманам накидать. А, ну это какой-то баф был на боссе. Надо отбегать было. Он миликов превращает. Да, там какой-то баф был. Надо было заметить, какой баф. Не помню. Возле возмездия должен быть баф появляться. Вот сейчас перед следующим стаком он опять какую-то хуйню возьмет. Способность какого-то это моба, который мы убили. Так, вот сейчас повешался стак. Какой баф? Самый хуевый баф это баф приста, где он иссушающий аура, там надо отбежать будет, чтобы он не хилился. Он... Не, ману он вроде не забирает. Вот мощь тьма, это опять собак вызывает. Забирает, да? Вот собак вызвал. Рандомные способности. Ну как вот он их активирует рандомно, так и на себе он баф рандомный активирует. Частица 7 секунд там обновить частицу. Вроде нормально. Ну и короче, этот туннель до Груля пробежим. Там, да, диван, как кто-то даст. Сейчас я, короче, прицеплюсь за ПГТ. Минутку отойду.
Только мобов не сагрите там. Кто далеко, суманем вас и вставайте. Так, надо теперь подумать, кто будет у нас стоять. Ладошки хуй с ними. Надо, чтобы под боссом 10 целей стояло. Ну да, сова, в принципе, может. Так. Короче, надо сделать первую и вторую пати, чтобы было 10 человек вместе со мной под боссом постоянно. Сейчас поставлю метку. Сова подойдет, у нее брони хорошо в форме совы есть. Вот, но тоже, когда 30 стаков с лишним, надо будет дубовую отдавать. Вот крест. Если вдруг не будет приоритет, нужны вары туда. Так, ретрика у нас нету. Два на руки, один на босса. Остальные в ДД. Да. Червей, демонов, да, убираем. Снимаем куски, либо какой-то другой шмот, либо спек меняем. Чтобы... Ага. Бакута, вместо Бакута бы кого-то другого надо. Я что-то не знаю. Это что, это прожимка? Ну ладно, надеюсь, не сдохнет. Там фишка в чем? Босс делает оглушающий удар. Вот он должен прийти по 10 целям. Если меньше 10 будет, то он сразу будет кастовать адский удар. Адский удар это вот в меня будет удар 40 тысяч перед лицом. Вы должны... Адский удар, он быстро кастуется, секунду. Вы должны выбежать. Вот. Я буду, чтобы вы понимали, отбегать в сторону. Сейчас поставлю метку. В сторону кружка. Блять. Короче, вот в эту... Да ебаный, как так вне поля зрения, блять. Вот в эту сторону, а вы будете убегать. Ой, проверку дал. А вы будете убегать в сторону квадрата, вот сюда, за босса, за спину. Вот. То есть тут отбежать недалеко надо. То есть появиться за спиной босса. Вот здесь мы 10 человек стоим в крестике, да? Он кастует адский. Я в кружок его поворачиваю лицом, а вы идете в квадрат. Вот. По мне идет удар этот. Он по всему рейду будет урон еще периодически наносить. Вот. Он еще стаки копит на себе за каждого человека, который мощный удар будет задевать. Чем больше стаков, тем больше он следующий физический урон и физический его урон будет повышаться, и следующий оглушающий удар вот этот. Вот. Вот эти 10 человек, которые первая и вторая пати, должны стоять в кресте. И как только адский удар, он стоит сам по себе на 100 единицах ярости. Вот у него ярость есть у босса. Если вдруг он не по 10, а по 9 ударит, то он сразу будет моментально кастовать адский удар. Руки, в принципе, на руках будет у нас что? Танку Керус ты поставил сюда, чтобы они под боссом стояли. ПГТ надо убрать с этой пати, надо кого-то другого поставить. Ханты, вы разбираетесь, как поставить пета, чтобы он не сдох, пета ваш, поставить в крестика, чтобы он был постоянно там, в крестике? Или Локи. Ханты, вы можете поставить пета, чтобы он не двигался в крестике? Вот.
Какой-то хант оставил пета. Это кто? И второй хант нужно поменять, чтобы танки бегали, руки закрывать танку. И второй этот. Иди сюда. И ПГТ. Так, Керус, ты, наверное, в кота. Ты будешь бить. Бегать за спину. И на оглушающий удар, он который 5 секунд каст, будешь забегать в крестик. Справишься, надеюсь. Это несложно. То есть, Керус, ты будешь бить в коте. И когда босс кастует долгий каст, который идет 5 секунд, который должен попасть по 10 людям, ты забегаешь в крест, потому что ты в числе этих 10 людей. Вот. Но когда адский удар, ты должен будешь убегать. Вот. Ну ты там бей как тебе удобно спину, но смотри на каст босса. Да, ты чиль пока что. Ну там посмотрим. Если, короче, сдохнет какой-то, если шаман или сова какая-то сдохнет, будешь подбегать на этот, если кто-то из них сдохнет из первой, второй пати. ДЦшник, как ты работаешь? Ну, в принципе, считаешь первую, вторую пати. На меня в каст можешь оставлять без щитка, можешь оставлять этот свой щиток. Вот когда именно босс кастует этот оглушающий удар, кидаешь молитву восстановления, щиток на меня. И как только он проходит уже за долю секунды, там начинаешь исповедь кастовать, чтобы сразу отхил пошел. Ну, частица, соответственно, на войде, хилишь там кого хочешь. И какой-то шаман, который самый мощный эко, например, на войде, тоже держишь щит земли. И тоже хилите хорошенько там. Квартира там, думаю, знаешь, там рейд хилишь, на меня ходки. Так, СС, давай подумаем. Два ССа. Ну давай по себе и еще по какой-то сове. Или по квартире можно ебануть. Короче, смотрите, хилы. Да, не... Носочно и на какую-то еще сову там можно. Короче, хилы, которые шаман, ИВБ, хулипал, вот эти все квартира, вы не парьтесь насчет рук. Не парьтесь. И смотрите, еще особенность такая. Те, кто 10 человек вот здесь в кресте будет стоять, ловить, разделить удар вот этот физического урона. Когда будете выбегать на адский удар, смотрите, чтобы вы, вот когда в квадрат будете выбегать, смотрите, чтобы вы не забежали в руку. Потому что если вы закроете руку, у вас пойдет замедление, и нужно будет уйти под лицо босса, словить, разделить урон. Вы не успеете добежать, и босс ударит не по 10 людям, и получится адский удар по всему рейду, и мы сляжем, будем вайпаться. Вот, этот нюанс смотрите. Руки закрывают конкретно два танка. Это ПГТ и танку. Значит, сейчас по вам объясняю. Вот смотрите, где-то с пула босса до того, как первый шар прилетит, вот здесь, вот где луну поставил, где-то в той стороне могут появиться руки. Вот, потом уже в ту печку прилетит шар, и там все огнем накроется, и уже там руки не будут появляться. Руки будут появляться здесь под боссом, парочку. Могут вот здесь, где я бегу сейчас, кружок. И могут на входе, возле входа, где там мобы стоят, вот на той решетке появляться. Вот на той решетке, на вот этой деревяшке будет появляться. Значит, ПГТ, ты приоритетом стоишь здесь, вот где кружок, а танку ты стоишь немножко поближе к центру, ну, короче, где-то вот перед той решеткой. Вот. Да, этот самый. Остальные маги обязательно в третьей пати. Посматривайте, вот где я луну поставил туда, потому что если там появится рука, танки туда добежать не успеют. Вот, забежите туда, превратитесь в глыбу, закройте руку. Вот, тут ничего сложного нет. Три руки всего появляется. Обязательно третья пати и четвертая пати. Обязательно вы закрываете руки. Второй раз не закрывайте, если у вас нет сейва, там мощнее урон будет проходить. Если есть тучка или какой-то глыба какая-то есть, то закрывайте. Вот, там вам всего лишь одна рука будет оставаться. Если видите, танк забегает, или мишка, или танку забегает руку закрывать, можете выйти с нее. Они стопудово никогда не сдохнут. Вот, все, в принципе. Давай еще раз проговорим, кто у нас стоит в крестике. Стоят два пета хантовских. Их обязательно хилы смотрите, чтобы эти петы не сдохли. Они вот здесь должны стоять. Я вижу, тут один стоит, а где второй? А, вот он второй. Это волк и какая-то гиена, блядь. Все отлично. И получается, что Керус. 4, 3 совы. 2 вара и Энх. Вот. Все, можете с пула прямо сюда и встать.
Все, давайте проверку и будем начинать. Остальные там, где хотят, стоят, там сзади босса, чтобы руки закрывать удобно. Все готовы? Можешь отчет давать, я буду пулять. Геру... Я скажу. Угу. Сейчас посмотрим, как у нас еще получилось. Так, первый удар вроде не должно пробивать, нормально. Возвращаемся, если немножко откинуло, возвращаемся. Потом может переставиться получше босс. И почему-то 14. Вот эти элемы, нахуя вы их напризывали? Не надо было это призывать. Так, будет он печку эту ловить? Нет, что-то не знаю. Так, все, печку словил. Так, сейчас стаки с него пропадают. Руки там закрывайте нормально все, да? Это несложно. Пока еще нет. Он только после печки ловит 40 энергии. Пока еще нет. Он раз в 3 секунды одну накапливает единицу. Так. Сейчас 12 получили удар. Хорошенько прохиливаем прям. Смотрите, по мне дамаг идет большой. Так. Давай, лови печку. Отлично. Так. Отбегайте, отбегайте. Блять, не успели, сука. Ладно, это, хуй с ним. Это я проебался. Давайте сдохнем. Ебаните по кому-то диван. Да надо было, сука, отбежать вам, чтобы я один этот удар большой словил. Да не, надо было, чтобы я один там уже был, потому что там секунду. Он быстро кастуется. Не успеть отбежать. Три руки всегда появляется. Всего. Ну, около миликов РДД стойте. Вон парочку ШП, парочку этих локов там. Под спиной босса. Что там, рыба есть? Под боссом надо смотреть. И здесь сбоку. Маги могут закрыть дальние руки, когда добежать тяжело. У них блинк есть, чтобы быстро к руке переместиться. Пристабав дайте.
Что там все? Петов ханты поставьте. Поставили? Там не вижу. Одного вроде поставили, а второй есть? Ага, все. Ну давай, что там все готовы? Сейчас попробую получше. Мы просто на нем заранее их отправим, чтобы ошеломляющий один я словил, и все. Под зубами ДЦшными нормально будет. Ну, лучше не рисковать. Лучше сейф отдать. Хорошенько хильте там шаманы волной. Угу. Лапку, каску, пристабав, все, все пробав. И тикрик на хп, дайте вары. Адский, адский. Блять, пиздец. Это, видать, он когда сдох, он начал сразу кастать. Ну, опять ложимся. 10 человек не было под боссом. Да, он его кастует, когда сотку накапливает энергии, сразу кастует. Либо когда по 10, меньше чем 10 перед лицом получили урон. Вместо кого оставить? Вместо этой совы? Главное, чтобы петы эти тоже не сдохли, потому что если они сдохнут... Короче, он когда пета убивает, 20 ярости копит дополнительно, или игрока, или пета. Вот он когда, кстати, убил эту сову, он накопил дополнительно ярости, и потом с печки накопил. То есть было 80, потом плюс 20, он еще сотку накопил, и сразу этот удар начал кастовать. Короче, маг, ты шаришь, да? Моба тоже своего оставить в крестике. Кто там? Тим ту... Короче, ты вместо совы, давай я тебя поменяю в пати, вместо Хакуна Мататы, чтобы он не сдох еще раз. Хакуна Матата, понял? Ты уже не стоишь под лицом. Туда маг ставит. Сейчас засумоним. О, лежит там. Вставайте, засумоним вас. Халява вроде остался один. Все тут, все 25 человек, так что давайте бафы, там пристабав можно давать. Каски, все это раздавайте. Thank you.
Ну, это надо четко знать, когда он будет. То есть смотреть вот на его ярость. Как сотка там есть, значит, следующий адский будет скоро. Что, трипета тут оставили, да? Лок, этот маговский должен быть. Этот самый, вот он стоит. И два хантовских. Если, смотрите, если они сдохнут, это значит, надо кому-то забежать. Ну, поставь просто, что у тебя, если под стаками босс будет, он шотнуть может. Можете сейчас Геру дать. Сейчас увеличенный урон после печки. Как он вот эту печку ловит, 40 ярости берет. У него увеличенный урон там на несколько секунд, там на 10, может. Вот перед этим третьим, когда он с 20 до 30 стаков будет копить, прожимаю эту щиты на всех старайся и ВБ. Вот на этом ударе, на третьем. Угу, видишь, сколько пробивает. Так, печка. Словил. Если второй раз. Если второй раз зайдешь, первый нет. Подбегите обратно, вы чё? Еще один удар. Так, третий. Ловим печку. Давай. Отходите все за спину. И ВБ готовься зубы по войду. Уходите все отсюда. Все, теперь обратно забегать его. Пережили этот самый сложный момент. Захиливайте. Че у тебя, кстати, с маной квартира? Куда частицу обновите, холипа. Ага. Что-то вот дохуя вот этих стаков наловили. Так, давай. Чуть не шотнуло, блядь. Все, уже следующий. Видишь, стаки скинулись. Я когда поворачиваю, чтобы он печку активировал, энергию копит и скидывает эти стаки ярости. Все, сейчас уже нормально будет. Да, стоим пока нормально все. Ебать. Так, печку словил, отлично. Сейчас будет сразу 97.
Так. Сейчас после этого удара сразу убегаете. Подождите, после удара. Убегаем, убегаем. Сейчас будет 99. Адски. Все, проходите. И подбегайте, обратно подбегайте. Возвращайтесь. Ага. Все, заебись. Давай поверну. Или еще не ловит печку, ладно, выясним. Еще удар сейчас будет. Сейчас считаю ИВБ. Так, теперь надо словить печку эту. Где она, сука? Давай, вот. Угу, играем, заебись. Честно сказать, первый раз танчу, блядь. Зубы хорошо, я скажу, если что. Главное, шаманы волной хилить начинайте, когда 20 с лишним стаков на боссе. По войду. Ага. Так, ловим печку. Будет 90... Блять, ловись, сука. О. Будет 90... Да, 94. Нормально. Все, стаки исчезли. Там... Да, отходите, и я скажу, когда зубы. Вот сейчас выходите спокойно за спиной, стойте, бейте. Так. ИВБ, готовься. Давай, ИВБ, зубы. И адский, не подходить, не подходить. Отлично, теперь подходим. Ага, все, заебись. Красавчики, молодцы. Так, я словил эту хуйню огненную. Нормально. Да-да, сбросили. Все, заебись. Еще пару раз так помучаемся и все. Так, 10 стаков. Заебись. Так, шаманы сухие. Тотемы все ставьте быстрее. И кто-то гимноману с престов. Я устала или Мироня? Чтоб хилы были фуловые. Захиливать нас. 20. Да. И вот на следующий удар, да, готовьтесь. О, печку словил сам. Все, сейчас эти спадут. Стаки будут 93 где-то. Все, стаки скинул. 93, хорошо. Двенадцать. Может даже два. Может даже два. Так, второй. Да, наверное, третий еще будет. Еще стойте, пока стойте. Так, 98. После этого убегаете сразу, да? Он печку словил. Все, заебись. А ты сам ходил кем? Вот этим друидом? С кем-то, с пугами или с кем? Частицу обнови там три. А. Ну, копалом прикольно, хилишь и хилишь. Так, еще удар. Вот на следующий прожиматься готовьтесь. А, по-разному. Халява. Халява, готовься под морду. Забеги быстрее, халява, под морду. Забежал, да?
Хорошо, сейчас печку. Я если что, не зыбку дам. Сейчас они спадут. Все, спали стаки, все нормально. Короче, халява, под мордой стоишь. На ударах, на вот этих, понял, да? Но ложный выпад нажимай на каждый удар. Ложный выпад. Еще, наверное, адский кастанет. Короче, на следующий дам не зыбку. Вот на следующий. И нормально, и уже там добьем. 4 ляма нормально. Сейчас добьете уже. Все. Дал не зыбку, сейчас никого не убьет, нормально. Так, надо словить огонь. И сразу уходите. Уходите уже. Да, уходите уже. Сейчас он это, печка кончится и адский будет. Все, заебись. Маунт. Ошеломляющий, он это самое, он физический урон чисто. И он режется броней. То есть сколько у персонажа брони, он режется. Вот если локст. Ну, да, нормально. Сейчас на магике эта роль сыграет.